Всем доброго вечера. Доброго вечера. С вами Новомихайловский, Туапсинский район. Сегодня 4 декабря, насколько мне память не изменяет. Погодка у нас, конечно, тоже похолодала, что мы оделись в пуховики. Но несмотря на плохую погоду, за прошедшие дни столько праздников. Во-первых, все, кто меня смотрит давно, знают Алену, да, мою подругу, которая здесь работала летом. Сейчас она на Урале. У ней сегодня день рождения. Я уже позвонила, ее поздравила. Ну, во-первых, хочу поздравить ее с днем рождения. И вообще всех, кто родился в декабре, в такой прекрасный месяц предновогодний. Всех поздравляю, всем счастья, здоровья, мира. И еще хочу поздравить своих дорогих подписчиков, которых вы, наверное, тоже летом видели. Это Наталья и Сергей из Одинцова. Я вам там сделаю вставочку небольшую. Они практически каждый год отдыхают в Новомихайловском. И у них тоже радостное событие. Они несколько дней назад стали мужем и женой. Сюда они приезжали еще в качестве незаконных. Ну, как сказать, не незаконных, а... В общем, теперь они законные супруги. Муж и жена. Желаю вам, Наташа и Сергей, чтобы счастье было море, чтобы вы не знали горя, расцветали, хорошели, друзей хороших поимели, чтоб любили вас, уважали, чаще в гости приглашали, и чтоб в жизни вашей личной было все всегда отлично. Ну и, конечно, что я могу подарить своим подписчикам? Я приехала на море, хоть сегодня снега у нас нет, но я вам дарю кусочек моря. Постаралась успеть на закат, но закат сегодня не виден, потому что небо затянуто.
Вот такое небольшое короткое видео включение. Просто хочу поздравить дорогих мне людей и еще раз повторюсь, всех именинников декабря. Также хочу передать привет моим подписчикам, моей подруге Татьяне из Москвы в преддверии Нового года, хотя, конечно, до него еще 26 дней, грубо говоря, да? Надеюсь на встречу с вами. Надеюсь, что этим летом, в 23-м году, уже наступит мир, наступит то, чего все мы ждем. И люди смогут приехать, отдыхать, и чтобы у нас все устаканилось. Как вот, я даже не знаю, сейчас говорят тоже с 1 декабря, даже запретили об этом, обо всем говорить. Едят ППСники что-то туда-сюда. Руки, кстати, очень даже стынут у меня, представляете? Перчатки в машине. Вроде как бы вот так, да, по видео не скажешь, но на самом деле очень-таки довольно-таки прохладно-таки. Ну что, вот такое море в начале декабря. Получается. Ну а я вас всех люблю. Желаю вам хорошей подготовки, веселой к праздникам. Хотя, конечно, веселиться нам особо нечему, да. Но я еду в магазин, хоть у меня выходной нужно. Также и в магазине всем покупай. Всем покупателям, всем и продавцам своим поднять настроение. Еду, украшать магазин. Всех еще раз с праздниками, с прошедшими, с настоящими, с датой бракосочетания. Все ждем в преддверии Нового года. Пока-пока.